Здравствуйте, дорогие друзья. Поделка называется «Психологический заяц». Что я туда включила? Это просто фетр. Вот зайчик у нас гуляет. Второй зайчик у нас сидит. Он закрылся. Возможно, это ваша душа, ваша частичка, которая хочет отдохнуть от всех. И вы спрятались вот в свой домик. И вам хорошо. Вас никто не обижает, вы сидите в нем. Но однажды вам надоедает сидеть в домике, и вы хотите немножко выйти. Вы выставляете ушко, второе ушко, и смотрите глазиками на этот мир, сидя в комфортном домике. Он посидел, набрался сил, смелости, и снова выходит. А этот зайка еще не готов, он еще смотрит. Если у вас хорошее настроение, вы можете просто созерцать мир. Когда вы не готовы созерцать, просто хотите абстрагироваться, уйти, можно просто так вот закрыться и спрятаться. И зайку, свою душу и себя. Вот такой вот, вот такие психологические зайцы получились из фетра. Ну, на самом деле, каждый человек сам решает, да, как их использовать. Но я почему-то провела линию именно с психологией. Вот когда шила этих зайцев, мне показалось, что человек всегда может быть, созерцать мир, жить в нем и наоборот, закрыться, уйти, просто немножко уйти в себя. Ну, скажем так, на какое-то время, да? Человеку надо требуется побыть в одиночестве. Не до каких-то там совсем вещей, что уходить от мира. То есть можно вот так вот немножко поиграть.